Приветствую, други. Давно уже практикую жизнь соло, просто не знал, что это так называется, и в этом есть какая-то проблема. А как оказалось, окружающие меня женщины давно уже мне намекают на то, что мне давно пора жениться, завести семью и родить детей. Только я настолько отдален от всего этого, что совершенно не понимаю, что им от меня нужно. Да, встречался с коллегами-женщинами ради секса, но мне казалось, что в современном обществе это норма. А потом, как оказалось, они ожидали от меня цветов, конфет, ЗАГС, детей и прочего. А как я должен об этом догадаться, если мне об этом никто не говорил? В общем, жил я себе, жил спокойно свои 38 лет, никого не обнадеживал, никому ничего не обещал. А как оказалось, что я подонок, который перетрахал всех баб на работе, даже замужних, но при этом никого замуж не звал. А зачем, спрашивается, мне звать кого-то замуж, если у меня есть бесплатный секс, и никто мне дома мозги не выносит тем, что я играю на электрухе или в компьютерные игры. Готовлю я сам, стирает меня и стиральная машинка, гладить, убирать, штопать, в армии научили. Отпуск туда, куда я захотел. Одежда, туалетная вода, цвет обоев, наличие полочек или их отсутствие. По моему желанию никто не нудит. Никаких желаний посторонних людей в моем доме не выполняется. Собственно, к своему возрасту я подошел даже с приемлемым багажом пассивного дохода в виде сдачи квартиры и гаража в Коломне и дивидендов от различных акций. При этом при всем я совершенно не вижу проблем жить для себя самого. Женщины же тоже живут для себя, хоть и в отношениях, хоть и в браке. Так почему же мужчины до сих пор ведутся на настоящий мужчина должен? Просто навеяло что-то, поделился мыслями, ну и немножко похвастался для радости, то, что я не один такой, что есть люди помимо меня, которые живут для себя. Спасибо то, что выслушали.